спросить по тому, что Дуди спросил, что если человек отклоняется от цели собрания, то он наносит ущерб и себе, и группе. Как можно взять ответственность за эту концентрацию? За... Ведь проходят бесконечные мысли в каждую секунду. Да. Как можно взять ответственность за концентрацию на цели собрания? Абсолютным образом. Когда каждый человек думал бы о том, то, что называется, человек да поможет ближнему своему, тогда все будет в одной мысли. Стараться. Нужно стараться, пробуждать все. Нужно ли быть в страхе или в каком-то опасении, что мысль не убежала? Мысль убегает каждое мгновение. Это такое действие, которое происходит беспрерывно. Если человек каждое мгновение не старается удержать мысль, чтобы быть как один человек в одном сердце, усиливать, преодолевать, объединяться все больше и больше, то ему ничто не поможет. Он должен сам просто стиснуть зубы и удерживать мысль до безграничности, до бесконечности. Таким образом начнет раскрывать, насколько... Насколько его желания маленькие, и сам он маленький. Насколько мысли просто крошечные. И это подводит его к отчаянию. А отчаяние приведет к просьбе к Творцу, чтобы помог ему, усилил его, поднял бы его, дал бы возможность преодолевать, показал бы человеку, как преодолевать злое начало и ленность. Так человек растет. Но, конечно, в конечном итоге человек падает множество раз под поклажей, под этой тяжестью. И затем учится, как с этим справляться. Есть способ помочь друг другу в этом? Да, человек да поможет ближнему своему, прежде всего примером. Прежде всего примером. Внешним примером. Внешним примером, да. А что внутри можно сделать, чтобы помочь товарищам? Внутри мы все еще не можем. Нет между нами внутренней духовной связи. Мы только на пути к этому. Ну, понятно, что все мы в той же проблеме или тот же вызов. Да. Да. Спасибо.